А сейчас ты понимаешь, что знаешь, что теперь метод растут, а по коэффициентам. То есть нужно вот показать хороший результат и все. И тогда можно выиграть, да даже не выиграть, хорошо выступить для себя. Вот это самое главное. Вот. Хорошо выступить. Правильно. За газету спасибо. А я что-то как-то не обратил внимания даже. Нет, они вот там. Шикарный номер. Чемпионат России. Никак круто, круто. Ты, а потом, просто если сейчас оденешь, он точно при разминке порвется. Где-нибудь поедет. И все. Наталья Терентьева, неоднократная чемпионка страны в спортивной ходьбе. Соревнования ветеранов. Никогда. Ты, наверное, никогда не надо. Может быть, даже закончили приму, когда найдется народ, когда его не слушайте, смотрят очень и очень внимательно. Самое главное, чтобы не было у спортсменов фазы прыжка. То есть опоры только. А что у вас больно? Команда? Не отравился, не надо. Я так заявился, но ни в каком клубе, просто областной, то только лично для себя пробежал, а награждение не получил. Здравствуйте. В этом году тренер. Привет, наш. Я спущусь. Это я побегу сейчас. Вы, вот смотри, вот моя вторая, видишь? Это в Речионе, первенство мира. И вот здесь по ходьбе мы выиграли серебро. Серебро, призер чемпионата мира по спортивной ходьбе. Вот моя сына. Вот книга «Динамо», вот видишь, какая «Динамо». И вот я, мы втроем. Медаль, видишь? Вот такой спорт у меня в Росатоме. А это я сейчас подарю братьям Знаменск.
а вообще с меня провели кросс. Вся Москва съездила в Диагон. Теперь мы последнее место, кто пришли, прибежали. Вот такие значки мои давали. И многие говорят, я себя, тебя нашего, я говорю, нашу нашу. Вы же меня тут сделали, ну, куда не встали. Приятно, при живом-то. Память не могу. Давайте. Никому упалит. Ирина Сурдова, Санкт-Петербург, на 4-й Ирина Кучукова, Москва, на 5-й Аниса Сарикова, Челябинск, на 6-й Тамара Бутогина, 1-й Гранди, 7-й Любовь Саматошенко, Ленинградская область, поселок Тосна, ну теперь же город Тосна. Да, все снимаем в прямом эфире практически. Да. Сейчас подобили. Он сказал, что сюда придет. Правильно? Он сюда придет. Четвертый завет, группа 65, Сергей Тиняев на второй дорожке, Илья Московский. Мы представим на второй дорожке к старту, готовится Владимир Бакман. Бердек Новосибирской области на третьем Валентин Дроботов. Сестрой Ленинградской области. 6,6 секунды. Два года назад установлен рекорд. Москва, Дзержинин. На 7-й Андрей Гончаров, Минеральные воды Ставропольского края. И на 8-й Владимир Музыка, Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область. Ну, в этом раз на группе 7 и и Николай Фролов занимается на третьей ступеньке листового расчета. Результат бронзового призера 16 минут 59 секунды.